Не выходи за пределы города. На тех, кто покидает его, ложится проклятие, и они обречены вечно бродить по джунглям, не в силах обрести покой. Эта стрела с обсидиановым наконечником была сломана пополам. Она похожа на те, которыми пользовались мятежники Унурату. Если они вступили в борьбу с Тринити, имея в распоряжении только это примитивное оружие, то у них не было ни одного шанса. А это любопытно. Я ушел и вернулся, и демоны не преследуют меня. Может, мне просто повезло? Или жрецы нам солгали? Зачем им держать нас здесь? Похоже на золото. На той стороне что-то есть. Пусть Аланта найдет в загробном мире глину и металлы для своего труда. Черт! Это будет непросто.
Последний прыжок. Надеюсь, все это не зря. Вроде там глубоко. Пусть Чуки сошьет нам рубахи из тончайшей шерсти, когда мы окажемся в ином мире. Я вижу только что-то про нефрит. Это что-то вроде панегирика тем, кто здесь похоронен. Thank you.
Это царь и царица Мектлана, главного подземного мира в мифологии ацтеков. Мектлан Текутли был главным из богов, имевших отношение к смерти. Его часто изображали в виде скелета с глазами в глазницах. Он заботился о душах умерших. Его жена Мектлекакуатль руководила праздниками в честь усопших, на смену которым пришел современный День мертвых. Тут недавно кто-то побывал. Вот то, что я искала.
Дно едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке. Наверху что-то вырезано. В ту сторону что-то есть. Неправильно.
Да уж, угрюмое зрелище. Бедняк принесли в жертву. Они покинули города и бродили по окрестностям, пока их не похоронили заживо. Кукулькан уходит из Пайтити в новолуние. Кукулькан возвращается вместе с другими чужаками во время возрастающей луны. Они спорят. На следующее утро вся группа в хорошем настроении отбывает в своих обсидиановых птицах. Искать другой выход.